Сегодня мы с вами готовим очень вкусный куриный супчик. Нам понадобится 4 голени, картофель, лук, морковь, немного мелкой вермишели, сливочное масло, плавленый сыр, сливки. Сливки нежирные, 10-15%. Специи понадобятся, еще нам понадобится в конце зелень. И нам понадобится 2 литра фильтрованной воды. Кастрюлю с водой ставим на огонь. Добавляем куриные ножки и варим бульон. Пока готовится бульон, делаем зажарку. Берем сливочное масло. На масле будем обжаривать лук и морковь до мягкости. Морковь стала мягкой. Теперь наливаем сливки. Доведем до кипения и протушим 1 минуту. Зажарка со сливками закипела. И прокипела у меня где-то около минуты. Все, отставляем пока это в сторону и займемся картофелем. Прошло 30 минут, как варится бульон. У нас готов. Достаем ножки. Картофель я порезала мелким кубиком. Добавляем бульон. Доводим до кипения и готовим 15 минут. Прошло 15 минут. Картофель у нас уже мягкий. Здесь у меня 3 кубика плавленного сыра. И сейчас я добавлю бульон, чтобы сыр растворить. Картофелю добавляем мелкую вермишель. Добавляем нашу зажарку. Добавляем сыр, который я развела в бульоне. Сейчас доведем до кипения и где-то 5 минут проварим. За это время почистим курицу, посолим, добавим перец. Осталось добавить только зелень. Сейчас минута она прогреется. И все, супчик готов. Вот такой очень простой и очень-очень вкусный супчик мы с вами сегодня приготовили. Мои рекомендации: приготовьте обязательно, порадуйте себя и своих близких. А я с вами прощаюсь, но ненадолго. Скоро увидимся. До новых видео. Ваша Ирина Воскресенская. Пока-пока.